Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего урока – обработка верхнего и нижнего срезов женской юбки с асимметрией и расширением по нижнему срезу. Обрабатывать верхний срез мы будем обтачками – передней и задней обтачкой. Нам необходимо соединить их лицевыми сторонами вовнутрь и отстрочить с правой стороны по краю на расстоянии 1 см. После этого нам необходимо обработать нижний срез обтачки на верлоке. Теперь нам необходимо втачать замок в оставленное сбоку место. Замок у нас идет потайной, поэтому мы его прикладываем в стык к сгибу, скалываем булавками с двух сторон. После этого нам необходимо отстрочить замок со специальной лапкой.
После того, как мы вточали наш замок, нам необходимо приложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами и сколоть по верхнему срезу. После этого нам необходимо отступить от края 3-4 сантиметра и притачать нашу обтачку на расстоянии 1 сантиметр от края. Теперь нам нужно отвернуть наш замок в сторону и, припосаживая, посадить на него обтачку. Скалываем булавками и отстрачиваем. С одной стороны и то же самое с другой стороны. Теперь необходимо застрочить обтачку. Срезаем лишние срезы. И выворачиваем обтачку
на лицевую сторону. Теперь нам необходимо заложить все швы на сторону обтачки и сделать шов на расстоянии 0,1-0,2 мм от края. Для того, чтобы наша обтачка не выворачивалась на лицевую сторону, нам необходимо сделать небольшие закрепки в области шва. После этого нам необходимо обработать на верлаке нижний срез юбки. Thank you.
мы обработали нижний срез на верлаке. Теперь необходимо подогнуть нижние срезы на 1 сантиметр и прострочить на машинке. Мы обработали нижний срез юбки, прошили на машине. Теперь необходимо сделать окончательную проглажку. Мы закончили обработку верхнего и нижнего среза юбки с асимметричным расширенным нижним срезом. Спасибо! До следующих встреч. Всего хорошего!